Ну, автор известный, это итальянский драматург Карло Гольдони. И пьеса известная, она во всем мире шла и будет идти. По-моему, нет театра ни в нашей стране, ни за рубежом, где бы эта пьеса не ставилась. Потому что она поднимает универсальную тему отношений мужчины и женщины. Это, во-первых. Во-вторых, придумала очень четко и ясно эта фабула. За этим интересно смотреть. И прописаны четкие и ясные характеры. Четко и ясно выражена мысль. Поэтому театр обратился к этой пьесе. Это вот первый случай, когда я неожиданно попадаю, как говорится, в лапы театра, потому что меня пригласили буквально, так сказать, перед самым запуском, потому что были сомнения в выборе пьесы, наконец выбрали пьесу, и я, так сказать, быстро придумал оформление, и мы буквально с колес начали работу, потому что обычно я пьесы продумываю долго там и прочее, но тут как-то, так сказать, вот все сложилось, что у нас покатилось все, и тем более, что труппа сменилась, я многих не знал, то есть я попал, в общем, в новую ситуацию, но мне это не страшно, поскольку в кино там все время на съемках приходит огромное количество актеров, потому что там ролей много, эпизодических и так далее. Поэтому это меня не пугало, но начали работать и, ну, так сказать, подкорректировали пьесу, потому что она многословна по нашему времени, потому что сейчас уже зритель ценит и в театре, и в кино, и на телевидении действия, а она разговорная. Потому что тогда не было радио, не было телевидения, поэтому слово было единственной формой передачи информации. Ну, а работалось нормально, ударно. Почему? Потому что время было ограниченное, вот, а желание сделать спектакль было у всех. Ну, а поскольку опыт работы в кино, потому что там надо принимать решения сиюминутные и быстрые, поэтому как бы это меня не пугало. Ну а что получилось, это уже судить не мне, а зрителям. Я думаю, будет интересно смотреть всем. Почему? Потому что это универсальная схема поведенческая и женской стороны, и мужской. Не все мужчины признаются в таком поведении, но все равно внутренняя ситуация всегда одинакова. И в этом смысле она и универсальна, и в этом смысле она и жива по сегодняшний день. Потому что вот нюансы отношений, окрашенные еще через коммерцию, и сейчас у нас в стране коммерция развивается, значит, а поскольку можно сказать, что Миландолина – это представитель малого бизнеса, хозяйка гостиницы, то, в общем, как бы переплетается с сегодняшним днем, даже вот у нас сейчас. И то, что потрошат, ну, у нас они называются олигархи, а тогда они были сословные люди, там, граф, графья, князья и прочие, прочие бароны. Поэтому в этом смысле она, мне кажется, любопытна для всех. Ну, а кроме того, она очень занимательная, построена и действенная, и соответствует стандартам сегодняшнего восприятия зрительского, потому что просто разговорные пьесы или статичные, они сейчас утомляют, и мы привыкли уже к другому темпу жизни, и тут как бы все укладывается в режим сегодняшнего дня. Тогда, когда автор писал, тогда возникала проблема сословных отношений и места, так сказать, маленького человека в этом обществе. Это первое. А второе, так сказать, еще возникала проблема эмансипации женщин, потому что женщина была на втором плане. И вот «Миландолина», почему она, мне кажется, эта пьеса идет сейчас широко по-прежнему, что она вот соответствует духу
изменений, которые происходят в обществе. Женщины сейчас эмансипированы, они становятся во главе министерств, во главе фирм. То есть в данном случае как бы они проявляют свою самостоятельность и интеллект наравне с мужчинами. И то, о чем, так сказать, как протест Карл Гальдони выпускал в мир, сейчас это как бы реальность, и в этом смысле уже интересно, как развиваются эти конфликты в сегодняшнем дне. Хотя проблема эмансипации женщины, она осталась, отношения между мужчиной и женщиной остались, несмотря на то, что пропихивает Запад нам гендерную, так сказать, философию, отсутствие полов, так сказать, или, вернее, как это сказать, нивелирование полов. Но если не будет нивелирования полов, то и не будет того богатства жизни, которое создала природа. Именно благодаря тому, что появилась я и она, и возникает множество людей. Посмотрите, вот сколько уже появилось людей, ведь мы не найдем ни одного схожего человека. То есть природа как бы все время проектирует нового объекта или субъекта жизни, понимаете? И в этом смысле интересна и, так сказать, поучительна сама история. И в этом смысле она против той концепции, которая сейчас на Западе развивается, так сказать, в связи с однополыми браками там и прочее, прочее. Потому что если будут однополые браки, а потом еще будет робототехника, так тогда и человек не нужен на этой земле. Роботы будут что-то стряпать, что-то строить. И исчезнет вся культура, потому что вся культура человеческая построена на взаимоотношениях полов, и литература, и живопись, и кинематограф, ну, все виды искусств. И все великие произведения рождались от этого, так сказать, настроя любви к женщине. Возьмите музыку, возьмите песни, возьмите, так сказать, поэзию. Противно, чтобы я из-за вас с кем-нибудь поссорился, но уж нет. Нет, нет, дудки, оп!